преподобенская колокольня в Рязоположенском монастыре Суздаля. 72 метра. Построена в 1813 году на деньги, народные деньги, собранные специально для строительства в честь победы над Наполеоном. Сколько лет живу в Суздале, сколько лет вожу здесь экскурсии и рассказываю туристам, а вот на колокольне так и не сподобилось побывать. Просто только мечтала. Сначала туда не пускали, там находились какие-то организации, а потом уже все недосуг, все времени не было. И вот сегодня мечта сбылась. Вот, мы поднялись на Рязоположенскую колокольню. И это самая высокая точка, с которой видно весь город. Вот это панорама. Наверное, все это очень мелко получается. Ветер совершенный. Мне это напоминает Шипку Болгарскую. Но здесь нет проливки. Равнины. Рождество.